Чуба-дуба-дуба-па-да-па-па. Ее, кря. Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой поиграем в игру под названием Cartoon Cat. Посмотри на это. Тебе будут сниться кошмары, как и мне сегодня, потому что сейчас у меня почти ночь. Почему бы не поиграть в хоррор? Почему бы не подумать о том, что это плохое решение? Почему я продолжаю делать вещи вроде... Да я не знаю, братан. Я тоже задаюсь вопросом, почему я постоянно пытаюсь это делать? Почему постоянно играю во всякие хорроры ночью? Когда мне платят деньги, я чувствую себя счастливым. В общем, я на складу работаю. Думаю, мне нужно это делать. Просто должен делать мою работу. Получать деньги, идти спать. Спать тебе не получится. Но я очень устал. Я чувствую себя так каждый день. После того, как я встал с кровати и поднял бумажку. Почему я делаю это с собой? Потому что нужно работать. Потому что мне нужны деньги. Потому что нужно... Зачем я играю в хорроры ночью? Почему? Оставьте меня в покое. Почему мы играем с тобой в хорроры ночью постоянно? Почему с тобой постоянно мы... Орём. Потому... Слушай, ну атмосферно, атмосферно. Cartoon Cat. Так. Я туда пока не хочу. Брейкрум. Войди в комнату. Брейкрум. Ага, окей. Че такое? Мне нужно записаться, короче, на то, что я пришел. Поехали. Cartoon Cat — это крипипаста. Довольно старая. Про котика, который делает совсем не котовские дела. Туда я хочу идти? Блин, туда я не очень хочу идти пока что. Давай когда-нибудь потом, хорошо? До свидания. Нам нужно пойти собирать коробку. Не понял. Так, подожди, тут была эта коробка или нет? Я не помню здесь раньше этих коробок. Не понял, это что? Cartoon Cat ходит здесь и раскидывает коробки для меня? Чтобы я работал? Он идет и вкидывает мне работу новую, новые задачи. Разбрасывает коробки, чтобы я бегал здесь бесконечно, пытаясь их найти. Спасибо, блин, Cartoon Cat. Мне не нравится Cartoon Cat. Звучит как-то не очень. Давай просто кот. Кот раскидывает мне задачи. О, еще одна коробка. Да, кот, походу, просто заботится о том, чтобы нам было чем поработать. Или эти коробки откуда-то... Ты дурак! Ты с окном поосторожней будь! Что, Cartoon Cat куда-то выскочил? Кот! Ты откуда-то выпал? Кот выпал! Кот выпал! В окно. Коробки устраивают какие-то коробковые дела. Я вас соберу. Все, отлично. Найди теперь, короче говоря, швабру в комнате уборщика. А где комната уборщика? Я не знаю. Сука, мне страшно. Вроде как ничего не происходит, но мне страшно. Так, мне... Я оттуда пришел слева, поэтому мне туда не надо. Hallway. Ага, понял. Ой. Эй! Эй! Ясно. Почему всегда эхо отвечает мне одно и то же? Почему она постоянно шлет меня? Чай за дверь. Женская раздевалка. О нет, о нет, о нет. Самое страшное место. Самое страшное место — это женская раздевалка. Мужская раздевалка. А вот это уже интереснее. Это как парень плюет вдаль. Он так... Я могу добраться до офиса уборщика, но мне нужна отмычка. Ну, точнее, не отмычка, а отвертка. Побежали, храбро в темноту! Я же ничего не боюсь, правильно? Закрыто изнутри. Уборщиковая комната. Стоп, а уборщик что, закрылся там? Комната, я думаю, тут должен быть где-то ключ. Окей. Я так бегу, забавно. Пока все нормально. Мы с тобой работаем на складе, ни о чем не паримся, ничего не знаем, никаких проблем не горем. Просто ходим, работаем, зарабатываем бабки. Нам же с тобой деньги нужно зарабатывать, правильно? Ну и что? На складу часто всякая херня происходит. Склады часто выглядят, как будто какая-то страшная херобора. Такое бывает со складами. Склады, в конце концов, созданы для того, чтобы пугать, правда? Правда. Да-да-да, склады — это нормально, склады — это интересно, склады — это классно. Пока что ничего особо страшного не происходит, да и в конце концов, что нас с тобой может напугать? Например, длинные проходы. Что нас с тобой в конце концов может напугать? Ничего. Все нормально. Слушай, а ты акробат? А чё? А когда ты ушел? Так, теперь эта ебака будет со мной здесь? Ай-яй-яй-яй, о. Опа, приседай, 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 приседай. Все, я 5 раз присел, ноги теперь у меня сильные. Готов ломать каждого. Готов ломать любые стены. Что это за звук был? Честно говоря, я теперь не уверен, что я хочу быстро бежать вперед. Потому что теперь мне кажется, что из-за каждого угла ебака может выскочить в рот. Это как-то довольно неприкольно, неприятно, не классно.
Зайду в мужскую раздевалку. А, это туалет, не мужская раздевалка. Хотя, кто знает, туалет может распользоваться по-разному. А, подожди, мне нужна отмычка же, точно, отвертка. А отвертка у нас в ключнице, ключница впереди. Мне очень не нравится, если что, этот, мать его, длинный проход. Мне очень, если честно, не нравится. Прям, ну вот серьезно, сейчас ничего, по идее, страшного не должно быть. Нормально. Взяли. Ой, сейчас ебака будет, сейчас ебака выскочит на нас с тобой. Держись. Кулачок. Хорош. Ты держись, ты главное держись. Сейчас выскочит. Тихо. Главное к стене держаться. Стене поближе. Если что, стену в стену и как бы кричи. И все уйдут. Бегающего быстро пиздюли не боятся. Ой, нет, пиздюлей не боится. Бегай. Короче, беги и не звезди. Ой, блядь. Слушай, я не сцикло, окей? Просто я не знаю, почему меня такие игры пугают гораздо больше, чем вообще что-либо. Посмотри! Там может быть что угодно в углу. К примеру, швабра. Только не она! Больше всего я боюсь работу. Пойди помой все. А, то есть мы даже не обратим внимания, да, на то, что... Здоровенная ебака вышла к нам из-за угла. Здоровенная ебака нас напугала. Да? Мы на это не обратим внимания ни капельки, да? То есть нормально все. Все по классике нормально. Это Россия. Тут каких только долболобстеров не встретишь, да? Каких только ебаклаков не увидишь. Понял! Женский туалет! Мужской туалет! Ты не зайдешь! Я на унитазе! Конец игры. Что? Лифт сломался? Мне нужно найти 3 провода, чтобы починить его. Стоп, что? Я умер, но воскрес... Меня с небес спустили, чтобы я лифт починил? Это что, лифт на небеса, и он сломался? Мне нужно найти 3 проволоки. Где? Окей, это... О, здравствуйте. Раз. Ладно, хорошо. 3 проволоки, так 3 проволоки. Не вижу в этом ничего страшного, да? Просто приснилось. Да, нам просто приснилось с тобой. В лифте задремал, в лифте уснул. Просто лифт очень долго ехал, я прикимарить решил. У меня такой талант. Прикинь, оборачиваешься вверх, а там ебака сидит. У меня такой талант, засыпать в лифте. Где угодно вообще могу засыпать. Если ты меня оставишь где-нибудь погулять, я там усну. Если оставишь меня на лекции, я усну. То есть я как бы усну вообще без проблем. Где угодно. Так что ты не оставляй меня, если что, одного, хорошо? Ты лучше со мной посиди, просто потому что я боюсь, что я усну. Может быть, если я добегу до края, тогда все будет хорошо! Ничего не будет хорошо! Наёбочка! Нашел! Взял! Лифт поломался. А что мне делать-то? Ну я швабру нашел. Я должен все помыть, да? Я из игры вышел! Ну как? Ну чего? Ну кого? Я его обманул. Он испугался туалета. Хотя, возможно, он просто радуется. Такой, хей, я в туалете. Мисс Мирпл наконец-то нашла свою тайную комнату. Я, короче говоря, просто спрятался сюда, и он там стоит. Я не знаю, а ты за мной побежишь, нет? Я просто хочу попробовать, знаешь что? Я скину один наушник, потому что я сыкуха. Что такое? Тут голова валяется. Выйдем сюда. Побежали. О, нет, он открыл дверь. Он открыл дверь или нет? Не знаю. Понял. Давай! Ебать! В смысле? Так, ладно, это так легко не обломает его. Скрипты сильнее! Они все равно тебя побеждают, все равно тебя ловят. Скрипты. Потому что скрипты сильнее тебя.
Извините за кринж. Ладно. Что? Лифт сломался. Мне нужно найти 3 веревки, чтобы повесить его и себя. И ладно, не надо. Cartoon Cat нас с тобой испугал, но нас это с тобой не развлекает, не пугает, не напрягает. Потому что... А что? Ну напугал, напугал. Пиздец. Да ну ты кого? Почему сразу-то? Почему сразу? Время. У меня ограниченное время. Я понял. Скрипты. Скрипты, короче говоря, дают нам определенное количество времени. Если мы с тобой стоим на месте, тогда он выскакивает. То есть нам нужно с тобой прям в темпе топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ сделать и добежать до конца и сделать все быстро. Да то это куда? Ну ты чего? Ты что, не проходим? Опа, веревка. Здравствуйте. Первую веревку нашел. Тут есть какой-то принцип, по которому нужно от него сбежать? Я его даже обманул, обхитрил, сломал, обломал. Он даже пройти не мог туда, куда мог пройти я. Но веревки я здесь все равно не нахожу. Нет, я могу, конечно, попытаться каким-то образом отбежать его, но это же ничего не дает. Мне не нравится, как лифт включается, когда я именно к нему подхожу. Я, может быть, могу просто отсюда уехать. Ну, типа, у меня есть веревка. А чё? Лифт сломан, нужно 3 веревки. Стоп! Пойдем попробуем перед смертью взять веревки. Может быть, веревки сохраняются? Маля, опять будет громко. Да ну тебе не надо! Женский туалет! Ну конечно, в женском туалете есть веревка, ну конечно! Стесняешься войти? Понимаю тебя. Я бы тоже стеснялся. Не, ну... Я никогда не знал, что Cartoon Cat такой стесняшка-няшка. Он просто стесняется зайти в женский туалет. Как это мило. Может, он меня и убить не пытается. Он просто кричит на меня. Ну, просто пугает меня. Типа, прикольно ему, весело. Такой весельчак. Хер весельчак. Он прибегает ко мне, пугает меня и радуется веселиться. И потом мы с ним вместе тусим. Ну, не знаю, он выглядит так мило. Ну, смотри, двери постоянно открывает. За мной, передо мной, за подо мной. Ладно, пойдем последнюю комнату сейчас проверим, потому что в последней комнате находится последняя вещь. Оглядываться, если честно, вообще не хочу. Вообще не очень хочется оглядываться, потому что... Он сзади меня. Обман, 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 обман. Это ложь, обман, наеб, очка. Вот она, веревка! Я взял, я взял, я взял, я взял, взял, взял. Пред смертью. Он на лицо мое. А я такой, веревка. Мне, конечно, страшно, что ты напрыгнул на меня. Но веревка важнее. О, открыть вентилятор. Ой, элевейтор. Я могу открыть лифт. Какого хуя? Почему лифт издает звуки умирающего тюленя какого-то? Сердце остановилось у кита. Все! Почему? Ой, ну это прикольно, это страшно, но хотелось бы, чтобы она была хоть чуть-чуть подлиннее. Получился музыкальный видос. Блин, крипово, интересно, но хотелось бы, чтобы она была дольше. Cartoon Cat ловит тебя в подземном туннеле. Найди 7 веревок. Еба. Это уже в стиле старых хорроров. А, веревка. Взял. А где он? У меня фонарика нет, кстати. Я слышу, как ко мне приближается какая-то ебака. И я бегу просто в темноту.
Он может быть за любым углом. Он может быть за любой дырой. Он может быть за тобой. А может и не быть, не знаю. Бля. Я что-то слышу. Что я слышу? Как я ненавижу старые хорроры. Они пиздецки страшные. Ты меня, конечно... Excuse me, а? Шо? Необъяснимая ху... Е... Та... То есть здесь он просто внезапно нападает? Блин, вот в тот режим я не готов. Мне слишком страшно играть, окей? В кошмарный режим я не готов. Я пока не готов, окей? Если вы вдруг захотите, мы продолжим. Но пока что на этом все. Я бы очень хотел, чтобы сделали еще вот этого подобного Гуфи. Я видел его там, в игре. Но он за нами не гонялся. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Не будь вот такой вот чувырвой, как вот этот чувак. Будь хорошим парнем, как вот этот чувак. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. А пока на этом все. До свидания. Удачи. До скорого.